Итак, для начала хотелось бы сказать, собственно, ответить на такой вопрос, где Леда? Где Леда? Все спрашивают, где Леда? Не секрет, Леда работает, Леда сейчас учится, вот, у него нет времени делать видео, да и, в общем-то, не почему. Вот, но, как я уже обещал, в январе я буду делать обзор, смотр некого девайса, вот там будет Леда, там вы увидите. Вот. Заходите к нему на страницу ВКонтакте, ей-богу, никуда он не делся, жив, цел, вот. Все, переходим к видео. Воу-воу-воу, что происходит? Че это было? Суслик, это не та игра, которую ты мне рекомендовал. Отписка, просто отписка. Итак, всем привет, меня зовут Суслик, и это одна из уже последних таких туториалов именно по особенностям таких карт. Это стримы, дестримы, ну и про паттерны чуть-чуть поговорим. Ну и для начала, естественно, вспоминаем нашего великолепного спонсора CSGORandom.ru, шмотки CSGO, супер, блин, калаш какой четкий вообще, да, заебись, спонсор. Ничего здесь, конечно же, не меняется, всегда все четко, как всегда, просто охренительно. Заходим, покупаем обязательно, обязательно пишем отзывы, это все надо делать, пишите отзывы, увеличивайте четкость сайта, вот. Вот есть отзывы, зайдите, посмотрите, почитайте, покупайте его. Ну и перейдем уже непосредственно к стримам и достримам. На мой взгляд, ну, на самом деле, да, это самая сложная вещь в игре. Вот это уже самая сложная вещь в игре. Не зря оно названо дестрим, да, то есть, понимаете, смерть, типа, проеб сразу гарантирован, если ты не умеешь дестримить. Вот, ну, это достаточно реально сложная вещь для меня и для всех, на самом деле, потому что, ну, знаете, очень сложно к этому приспособиться, на самом деле, к дестримам, потому что, ну, это пиздец, посмотрите, то есть, с такой скоростью, я сейчас вам это продемонстрирую, ну, вы, в принципе, это видели в начале ролика, с такой скоростью летят тапы, что уследить за ними почти невозможно, это нужно офигительное чтение, а вот нажимать в темп тоже очень сложно, ну, вот, смотрите, сейчас сами все увидите, ну, и сразу хочу сказать то, что вариант игры single tap для дестримов сработает только если вы какой-то эпилептик, вы можете с такой скоростью нажимать на одну клавишу. Всегда, почти всегда играют только альтернейтом, то есть чередуют через одну. Сейчас я его продемонстрирую. Есть карты для тренировки дестримов, конечно же, вот они все здесь. Вот у меня есть первая, вторая, третья компилейшн дестримов. Это вырезки из разных сложных карт. Блин, слушайте, я мод забываю выключить уже который выпуск. Вот. Ну, сейчас вы сами все увидите. Я не буду выключать микрофон не потому, что я забыл, а чтобы вы слышали вообще, что это такое. Вот, ну, посмотрим. Это еще медленный стрим. Это реально медленный. В чем заключается сложность стримов? Стримы бывают разные. Сейчас увидели медленный, плотный стрим. Самый легкий стрим, когда он медленный и плотный. Чем больше плотность, то есть чем меньше плотности, больше скорость, тем сложнее стрим. Сейчас я вам продемонстрирую такой пиздец. Называется это Freedom Dive, например. Самое жесткое, наверное, что еще можно придумать, блядь, в этой игре. Вот, ну я не знаю, как люди смогли пройти ее на S. Это вообще безумие какое-то. Вот, но если я доживу вообще до стримов, вы увидите. Это, на мой взгляд, одна из самых сложных карт вообще существующих. Я ее боюсь, честно. Вот, видите? Сложно даже понять, с какой скоростью вообще нажимать надо, потому что настолько далеко друг от друга тапы, что вот это время их сведения почти не видно. И вам нужно очень быстро вести планшет, ну, вести перо, и непонятно, с какой скоростью его надо вести. То есть это вещь, которую вот, ну, никак, кроме надрочи, нельзя понять, реально. Вам придется сидеть. То есть вот, если вам не нравится дестрим, реально пытайтесь играть карты, ну, где хотя бы стримы, не дедстримы. Зря я начал, наверное, с дедстримов. Сейчас я про стримы расскажу. Вот. Это реально такая вещь, которую тупо надо задрачивать.
То есть, если вы хотите ФКшнуть карту с дестримами, вам придется сыграть несколько, наверное, десятков раз. Ну, а просто чтоб стримы... Ну, сейчас... Просто стримы, это уже полегче вещь. Вот, ну, здесь я, конечно, не очень сыграл, но реально, вот стримы это уже что-то более реальное, да, то есть это реально пройти, это удобнее, интереснее, ну, не то, что интереснее, на самом деле, да, стримы тоже довольно-таки интересно играть, вот. Ну, сейчас вы все сами увидите, собственно. Не буду выключать микрофон, реально, не буду. Слушайте, наслаждайтесь звуком моей мембранки. Ну, это здесь, как видите... Пока джампы. Ну, то есть это тоже джамп на самом деле. Про паттерны, в принципе, я думаю... Ну да, я расскажу, в принципе, но это так, знаете, пару слов, потому что это достаточно редкая вещь, она не очень сложная. Главное понимать, как читать. Вот это, видите, это стрим. То есть... легко читаемый, я думаю, то, что на самом деле вы сможете его прочитать, да, даже если вы недавно играете, да, то есть, возможно, вы его не сможете пробить, возможно, а может даже и сможете. Ну, то есть, вот стримы еще реально читать, удобно и весело читать, вот. Ну, то есть, достаточно обычная вещь, вот. Паттерны, знаете, у меня нету нормальных карт на примете, чтобы показать паттерны, поэтому я опять же покажу вот здесь. Что такое паттерн? Паттерн вообще по-английски, по-моему, это заготовка. Или как так переводится. Какие бывают паттерны? Тройные, четверные, пятерные, шестерные, ну и пошагали, да? То есть вообще, вот сколько многоугольников бывает, столько и паттернов. В чем суть паттерна? Обычно, вот если вы просто сыграете вот так треугольник, это будет просто джамп, скорее всего, да? А вот суть паттерна в том, то, что он идет вот так. То есть у вас на этом не заканчивается все, да? То есть вы идете сначала вот сюда, потом вот сюда. Казалось бы, все, треугольник закончен, нихера. Теперь вас автор ведет вот сюда, потом вот сюда. И, то есть получается то, что у вас треугольник, да, он как бы... Ну, как бы он вращается, да, то есть он вращается такой, даже не так вот, да, то есть вот, вот так вот он вращается. Ну, я бы не сказал, что это очень просто. Здесь в чё надо себе пояснить. Не пытайтесь читать вот эту штуку. Блин, неловко вышло. Читать ее как треугольник. Если вы будете реально читать это как какую-то геометрическую фигуру, то вы не сможете сыграть паттерн. Вы должны это читать как нота, еще нота, еще нота, еще нота. Читайте их отдельно, не пытайтесь их прочитать вместе. Иначе вы будете пытаться выбить ноты, а будете пытаться треугольник нарисовать. Да, это не нужно делать, вам нужно реально читать ноты. Это тоже достаточно сложно, авторы понимают, что они делают. Когда вы видите треугольник, вам сложно его читать как не треугольник, да? Все привыкли к треугольнику, ну и треугольник, хуй с ним. Нет, надо читать его не как треугольник, а как три отдельные ноты. Тогда, вот тогда можно будет спокойно его выбить. Я сейчас, конечно, попытаюсь показать его. Не, поверьте, дело в том, что у меня есть карта на примете с паттернами, но меня забанят за нее. Вот. Даже две карты, но меня за обе забанят. Такая вот херь. Ну, вообще-то, я думаю, что вот здесь понятно. Да, то есть, в принципе, если реально будет непонятно, что такое паттерны, в комментариях напишите, в группе ВКонтакте. Да, кстати, ребят, всегда мониторьте группу ВКонтакте, потому что я там часто что-то сейчас по осу начал выкладывать. Я там выложил свой скин, если кому интересно. Блин, надо было об этом говорить в роликах пораньше, но не суть. Вот, то есть заходите туда, там всякие голосовалочки, вот. И туда я буду выкладывать, наверное, то, за что меня могут забанить. То есть я буду это выкладывать ВКонтакте, собственно, вы сможете это увидеть. Вот, ну, я покажу паттерны, если будут какие-то вопросы. Если вопросов нет, то, ну, и понятно всем, значит, все. Чё я буду лишний раз какую-то хуйню записывать, правильно? Вот. Значит, про стрим до стрима более-менее сказали. Ну, и какой вывод можно сделать? Очень много вещей нестандартных в ОСУ, но так как эти нестандартные вещи встречаются довольно-таки часто, они уже как такое клише на многих картах. И такие вещи желательно все-таки научиться играть. Вот. Это все.
Про нестандартные вещи все. Дальше уже речь пойдет о таких вещах, как скины. То есть, ну, такие, знаете, вещи уже, которые, в принципе, интересны всем. Я, может быть, даже покажу более-менее, как сделать скин под себя. Потому что, ну, как видите, у меня очень нестандартный скин, да, всякая херня напикана. Я покажу, как делать скины. Ну, то есть, как делать скины, наверное, не покажу. Но как его под себя подогнать, я все-таки продемонстрирую. Вот. Это уже не про саму игру, а про ее какие-то такие части. Вот. Но про дострима, что, наверное, вы все поняли, да, это тупо дрочь клавиатуры, дрочь каких-то своих таких, знаете, внутренних херовин, потому что реально, если я начинаю играть дострим, у меня бывает так фигак и пальцы зависли, да, я не могу уже играть, не знаю почему, но со временем это проходит. Вот, все, учитесь играть, с вами был Суслик, играйте в ОСУ, ждите следующих видео, пока.